敬的大森经一贺校长，尊敬的马少红厅长、张树斌主任，女士们、先生们、亲爱的朋友们，大家好。我人民立的我是外卖的斯巴掌他唱个几把大名的古里都的普拉宾西基里马少红大名一个斯巴掌他给都家非常高兴的来到美丽的波罗的海国立技术大学，出席吉林文化周框架下相约涅瓦河畔共吟文学经典中俄经典诗词朗诵会活动。我谨代表中华人民共和国驻圣彼得堡总领馆向各位来宾表示热烈的欢迎，对国立技术大学以及对本次活动给予大力支持和协助的各方代表表示衷心的感谢。Очень приятно посетить прекрасный политический государственный технический университет и принять участие во встрече, посвященной чтению китайской и русской классической поэзии в рамках мероприятия «Встреча на берегу неба» совместное чтение литературной классики от имени генерального консульства Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге. Я хотел бы сердечно поприветствовать всех гостей и выразить искреннюю благодарность государственному техническому университету, а также все друзья за помощь и поддержку в организации сегодняшнего мероприятия. 中俄两国具有历史悠久、辉煌灿烂的诗歌文化，诗歌文化呢也是各自文化广阔的重要组成部分，对人类文明进步和发展都做出了积极的贡献。中国有几千年历史的积淀，诗歌是汉族文学中的最早形成的文学题材，在各类文学作品中占据着重要的地位。李白、杜甫、孟浩然都是名垂千古、世界闻名的诗歌巨人。早在上世纪20年代，俄国就出版过俄译本的《唐诗选》。Китай и Россия имеют блестящую и великолепную поэзию. Поэзия является важной частью культурных ценностей духа стран, поэзия внесла весомый вклад в развитие человеческой цивилизации. Китайская литература имеет тысячелетнее наследие, а поэзия это первый раз. В процессе образования ханской литературы она также занимает важное место во всех литературных произведениях. Либай, Дуфу, Монхора и другие поэты вошли в историю литературы как в стремилию мира. Известные поэты еще в 20-е годы прошлого века в России были изданы хлестания танской поэзии на русском языке. 俄罗斯的诗歌呢，被介绍到中国也有130多年的历史了。中国伟大的作家鲁迅曾称，俄国文学是我们的导师和朋友。迄今为止，对大多数中国人来说，很少有人不知道布什金、贝尔蒙多夫、叶塞宁的名字，没有读过他们的作品。由此可见，中俄两国的这个诗歌作品对两国影响巨大。Русская поэзия также была представлена китайскому народу для ознакомления с больше чем 130-летней историей. Великий писатель Китая Лу Шун также называл русскую литературу нашим наставником и другом. На сегодняшний день для большинства китайцев известны имена таких великих русских поэтов, как Пушкин, Лермонтов, Есенин, и мало кто не читал их поэтических произведений. Очевидно, что китайская русская поэзия
оказала огромное влияние на культурное развитие двух стран. 圣彼得堡是俄罗斯文化艺术的中心，具有丰厚的文化底蕴和丰富的人文资源。那么许多俄国著名的诗人和作家呢，都曾在此生活和从事创作。埃尔米纳什、俄罗斯蒂姆兹等都在全世界都享有盛誉的博物馆，也传承了俄罗斯文化的精神。在这样一座历史和文化名城举办中俄诗歌朗诵会活动，具有非常重要的意义。Санкт-Петербург, Центр культуры и искусства России, города, обладающие духовным богатством и большими гуманитарными ресурсами города, где жили и занимались литературой 20%. Многие летающие русские поэты и писали Эрмитаж, Русский музей и музеи города сравняться своим богатым наследием в полной мере отражают дух русской культуры. Очень важно организовать и провести мероприятия, посвященные чтению китайской и русской классической поэзии в этом культурном и искусственном городе. 非常感谢吉林省政府以及波罗的海国立技术大学为两国青年了解彼此文化、增进相互友谊提供了极好的平台。我相信此次活动必将进一步激发吉林省和圣彼得堡两地人文交流合作热情，促进两地全方位务实合作结出更加丰厚的成果。Выражаю большую благодарность правительству провинции Дилин и Батийскому государственному техническому университету за организацию и предоставление платформы для лучшего понимания культуры обеих стран, а также для укрепления дружбы между китайской и российской молодежью. Выражаю также большую уверенность в том, что данное мероприятие будет стимулировать культурное сотрудничество между провинцией Тилин и Санкт-Петербургом, будет способность данной развитию всестороннего сотрудничества и надеюсь, что в будущем будут достигнуты более подобные результаты. Желаю всем присутствующим счастья, здоровья и благополучия. Спасибо большое.